Итак, Лиза, 9 лет, Роза Хутор. Небольшое падение. Вперед. Thank you.
рассказывай. Все, это конечно. Я хоть ноги почувствовала. Давай еще раз. Не, сверху? Ты поедешь, да? Не, наверх я уже не поеду. Вперед тогда. Ты хочешь поехать наверх? Ну, я бы сгонял. Давай сейчас. Нет, я... Я уже нет. Давай, папа. Я сейчас ехала, уже думала, связи надо нет. Надо выключить, то выключить.